когда я задумал отправиться на Командоры, я стал спрашивать людей, где Командоры, знаете ли вы, что это? Практически никто не знал, что это Россия. Основной целью для нас, Коли, было быть первыми людьми, которые на этом острове покатаются или на кайте, или на серфинге, потому что до нас никто это никогда не делал. Я никогда в жизни не видел столько китов. Я раньше там нигде не испытывал таких эмоций, когда ты первый, кто идет там по этому пляжу, или тут купается, или стоит на этом камне. Мне очень понравилось на Командорах то, как об этих островах отзываются местные жители. Ты им говоришь, ну что, мы на краю земли? А они говорят, да нет, мы в раю земли.